9 февраля свой профессиональный праздник отмечают врачи-стоматологи. На сегодняшний день в Тверском регионе работает более 500 врачей этой специальности. Стоит отметить, по обеспеченности врачами-стоматологами Верхневолжье входит в тройку лидеров Центрального федерального округа. В регионе действуют 10 стоматологических поликлиник для взрослого населения, одна детская, а также 6 стоматологических отделений и 51 кабинет на базах центральных районных больниц. Всего же в 2022 году врачи-стоматологи приняли почти 900 тысяч пациентов. Осмотры прошли 94% беременных женщин, 41% школьников и почти 50% дошкольников. Важно, что в регионе регулярно обновляется оборудование, закупаются новые стоматологические установки, рентген. В рамках национального проекта здравоохранения перед стоматологической службой поставлена задача ранней диагностики онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта. Основная цель работы – сохранение и укрепление стоматологического здоровья граждан.